Салам, шудовисат, свет постоколиго его. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Разрешите представить, меня зовут Марат Мабаев, пресс-атташе футбольного клуба Кубе, и представляю вам главного тренера команды Кубе Владимир Газаев и футболист нашей команды Юрий Логвиненко. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, в принципе, мы владеем достаточной информацией, сразу об этом скажу. Вот это первое. Второе, сказать, мы с большим уважением относимся к клубу «Динамо». Вот, клубу с большой, огромной историей, с большими традициями. Вот, поэтому, но я надеюсь, что в завтрашней игре при всем при этом наши игроки постараются продемонстрировать все свои самые лучшие качества, чтобы добиться положительного результата. Положительный результат будет по сумме двух встреч, если мы пройдем следующий раунд. Вы совсем недавно приняли команду, успели познакомиться с игроками, с тренерским штабом? Да, конечно, в принципе, в этом плане, конечно, небольшая сложность есть. Все-таки я, можно сказать, работаю в команде 3 дня. Вот, но при всем при этом уже успел проникнуться и получить информацию о всех текущих делах, всех текущих вопросах, которые у нас в клубе есть. Поэтому достаточно уже владею информацией. Вот, и в этом плане, сказать, я не вижу никаких проблем. Но, конечно же, период достаточно короткий. Как говорится, завтра игра покажет. Мы приложим все усилия, чтобы пройти дальше. А там посмотрим. Как изменилась эта команда после 2 года назад, когда играла? Какие перемены в команде? Нет, по сравнению с торпедой Кутаиси. Это вопрос кому? Наверное, это вопрос вам. Да, скорее всего. Ну, состав заметно изменился, есть новые игроки. Я считаю, что по сравнению с 2-летней давностью нынешний состав гораздо сильнее. Успела отойти, в команде все нормально. Сказать, игроки в хорошем состоянии находятся, в психологическом, вот, готовы к игре. И то, что было в позапрошлом туре, уже все забыто, потому что нам нужно двигаться вперед. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, первые 15 минут тренировки в Кубе будут открытыми. Спасибо.